Так что давай, не нервничай. У тебя столько там нервов, а ты вот ну, скоро приедешь, и я приеду. Украинская армия, это такая самая сильная, вся самая сильная армия во всем мире. Хохлы? Да, да. Ты так в это не поверишь, но это да, это правда, это правда, это правда. Они даже ваших россиян не боятся, они кроме кого. Ну что, когда их берут в плен по интернету, они ссут. Ты просто не видел. Они ссут перед россиянами, особенно перед чеченцами. Ты потери видел вообще какие? Нам потери не говорят. Нам потери не говорят, вообще не говорят. Да там я работаю, заебал, не ссы. Кто там работает? А. Короче, мало, много ты не знаешь, ладно. Да понятно, что мы много правды и правды не знаем. Нам это правда не говорят. Нам не говорят правду, Сереж. Нам все хорошо. Он сказки расскажет. Нам понятно, что сказки. Самая лучшая армия — это Украина. Это я тебе говорю. Самая лучшая армия — это Украина. Охренеть. Вот как это, не хочется... Как бы это ни предсказуемо не звучало. Это так и есть, реально. Это очень так и есть, честно. А и даже если продвигается наша, это очень с большими потерями. Очень с большими, очень-очень-очень. А я тебе говорю. А ты мне не веришь. А я тебе о чем говорю. Хуярят на раз-два, я тебе говорю. У нас полк разъебали нахуй. Батальоны ложатся.